вязкости 5W30. Вот они у нас красавцы. Значит, у нас есть новинки, как я уже и сказал, Liquimoly Special AA 5W30. Видно, что гидрокрекинг. Ну, опять же, может быть мутноватым. Вот. Еще есть у нас новинка, достаточно такая редкая. Sunoco M 5W30. M — это там какое-то слово в масле, я просто M написал, уже не помню это слово. NGN Profi 5W30, NGN Agat, NGN Nord и NGN Maxi. Что тут можно сказать по помутнению? Значит, все мутные, кроме NGN Nord. В NGN Nord температура замерзания -54, ну, не буду, как говорится, говорить, но вот он прозрачный. Вот. Возможно, это ПАО. Так, все, переворачиваем. Лазит, лазит. По-моему, два НГН у нас опять победители. НГН Nord и НГН Агат. Да, вроде бы Агат. Так, а что у нас в Liquimoly? Liquimoly у нас неплохо, в принципе, себя показала. Как, примерно как Petrocanada Supreme Synthetic 5W30. Даже чуть получше, по-моему. Но этот ролик покажет, посмотрим. Вот. Все. Спасибо за внимание. Проверка температуры. Значит, -31 до сих пор.